люди просто. Ребята, всем привет. Сейчас время 11 утра. Мы находимся во Владивостоке. Приехали в тур. Вчера были в Хабаровске. Очень тепло встретили. Спасибо каждому, кто был. Лететь к вам очень долго. 7 часов с половиной летели. Очень сонливое состояние. Мне ребята говорят, не спи, как прилетите, не спите. А мы прилетели специально на день раньше, чтобы восстановиться. Вот, и я не смог вытерпеть. Я вырубился, уснул, в итоге проснулся ночью, в час ночи. Пытался прийти в себя, пытался хоть как-то уснуть, но у меня не получилось. Мы так и пролежали. В таких долгих перелетах всегда спасает массаж. Ну что, Владивосток, мы ready! Юн, он следит за вами! Приезжайте все на концерт!